реализуем отображение 404 страницы. Вот так она сейчас у нас отображается. А вот так в верстке, как видим, совсем по-разному. Код 404 страницы хранится в файле 404.php. Применим верстку, удаляем компонент карты сайта, здесь по умолчанию помещенный, копируем нашу верстку. Сделали. Но у нас здесь есть нюанс. Div контейнер контентной области, который размещен в шаблоне, обрамлен еще одним div со специальным классом. Как же поступить? Как видим, в файле 404 устанавливается специальная константа. Она устанавливается до инициализации ядра Bittrex. Поэтому мы можем проверить в шаблоне в шапке и в подвале наличие этой константы и соответствующим образом менять шаблон. Сохранили. Проверяем. Все отработало? Верно.